Приготовили рыбку, скумбрию запекла. Я, вернее, вот такая духовка когда-то покупали. Две рыбки с лимончиком, соль, перец и лук. Вот. А здесь печется еще шарлотка. Не видно. С яблочками домашними. И яйца домашние. Должно быть тесто желтое-желтое. Уже немножко скушали. Вот столько осталось. Капельку поджарился. Вот, в принципе, вкусный очень получился пирог с домашними яблочками. Тает прям во рту. Эх, чувствую, я наберу за эти зимние каникулы, ой, новогодние праздники, килограммчика 2, как минимум. В общем, даже драники сегодня кушала, свекровь нажарила. Вот, это клубнику достала на судочек. Разморозилась клубничка. Капец, попробовала. Такая вкусная. Прям как только с городой, с сахаром перебитая. Вот эти две иконы, которые я говорила, что Татьяна и еще одна Валентина. Пользуясь моментом, сниму, покажу, какие они. Татьяна вот такая с багетиком. Валентина. Буду снимать сбоку, потому что отблеск от лампы. Полностью Валентина с бисера, ну, кроме лица и рук. Висят две картины. Свет включу, чтобы вам виднее было. Мама и Дотя. Вылизуются. Вы правду казали. Повылизуются. Вылизуются, а тоді начинають битися. Не зимай, Мар'яна, не зимай. Воно інтересно на їх дивитися. Лапами обнялись. І то стара піддається, мала може ото гриється. Да, Мар'яшки? По катині надаєш. Це ми котик оцей привозили, котика цю. Комусь щось не понравилось. О, вже гарчить. Кусається. Так, тихо. Не знімай, не знімай. Вони самі це помирять. То вже десь стару вкусила. Це ж кошечка, яку ми... Де, оце вона, так? Да? Так. Да. Цієї печі. То, що ми привезли. Це Дотя, її Дотя, Дотя. Дотя, Дотя. Ой, це ще я получу. Не літає. Під гарячу руку не попадай. Опа, все. Ать, спокоїлася. Ать. Дай погладить тебе. Ать. Ага. Ать. Може, я відбалувалася, так що не допустить. Ать. Ать. Мурка. Дай потрогати тебе. Мурка. Тихо, чу-чу-чу-чу. Мурочка. Ти що зачепилася? Вона як те, так не Мурочка. Не кусяйся. От горе ти. Так, давай. Пока, кидать, не заупу. Вона саме розгулялася, да? Саме то минута прийшла така, та не любить. Та не любить, як її б'ють. Як сама кусає, хорошо. Ну да. Оп-оп. Ой, за жопу! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Больно було, навірно. І ця вже вгнала. Ага, попалися. Хвост другий, тільки два хвоста. Диви, двохвоста. Та затекла мала слідом велика. Мар'яна, чого ти лізеш туди? Не лізь. Бо ще як і тобі влетить цапне. Чий це хвостик ті ліпається? Мурка. Так, розвертається. Дві мурки. Два хвоста, дивіться, ліпається. Я бачу. Дивися, то вкусить. Мар'я. Так не лізь. Заробиш і тобі попаде.
підгарячу рукою, поки роздають. Чи вони обидві туди позалазили? Не знаю. Ну, та мала побігла, а ця слідом, то вже розстроїлася, а ця тепер балася, дуже не хоче. Іди сюди, кс-кс-кс-кс. Відкрив глаза. Та таки дивиться, а та там ото сидить. Уже вечер, сегодня мы ездили к кумовьям, 2 часика посидели там, погуляли, за столом посидели, пофоткались возле елочки, там крестник у Сережин, вот. А я, когда приехали, сделала торт 5-минутный, который из желейный с крекерами, и сейчас запекаю тыкву, то есть тыквенный пирог делаю в духовке той электронной, электрической. Интересно, какое получится, потому что весов здесь нет электронных, я на глаз все делала, и просто очень интересно, что оно получится. Злату раздела до памперсов, в хате очень натопила бабушка. И ты тоже до памперсов. Марьяна до памперсов. Короче, в общем, в хате очень жарко. Натопила бабушка. А это у нас здесь фотообои, которые мы клеили. Помогали, делали ремонт бабушке в ванну. И это стенка сзади ванны. Ну, стенка за ванной комнатой. И туалетом. Там стиралка все. Дай колбаску Злате. Я зараз складу слово. Златуня капризничает, либо переспала, заснула очень поздно, пол седьмого. Вот, проснулась что-то начало 9-го. Теперь не знаю, когда она спать ляжет. Смотрите, я слово склала. Да, Маряша сложила, мама Ира. Вот здесь кулек полон букв. Да. Повторок очень много и очень много букв. Сидим, складываем имена. Да, Марьяшка? Да. Вот рыба. Ира. Мама Ира. Тут и сложно найти вот такую и. Ну вот, получился вот такой пирог. Сейчас, секундочку. Очень вкусный. Здесь получается огромный противень. Вот моя рука. Вот, и получился он тоненький, но зато очень вкусный получился. Класс, я довольна. Кстати, в электронной вот такой духовке за полчаса приготовился. 180 градусов. А в обычной домашней духовке, ну, газовой, там 40 минут надо. Класс. Сейчас кусочек себе возьму, потому что бабушка уже скушала. Злата кусок скушала вот такой почти весь. Маляша еще не кушала. Сережа не хочет. Марьямка. Вот, класс. Так, разламан. Ломается. Кусочки арбузика. То есть тыквы. И Маряша прилезла. Пробуй. Вкусный? Будешь чаем? Чай липовый налила с чайника. Бабушка заварила. И вот мы решили с Маряшей на столе вот разложить буквы, посортировать. Немножко, чтобы потом заниматься, складывать слова.